когда YouTube не хочет продвигать твои ролики. Когда задолбало отдельно монтировать звук, вырезая все посторонние элементы, проскакивающие во время речи. Каждые 2 секунды, которые нельзя убрать при обработке звука в аудиоредакторе, а только вручную, а связанные данные звуки напрямую с усилием микрофона и записью аудиодорожки через телефон. Когда испытываешь нехватку денег и недоволен своей жизнью, что хочется все бросить и забыться в бреду. Когда проблемы валятся словно из рога изобилия, а по жизни не ведет. Когда все надоело и нет мотивации двигаться дальше. Приходит она. Шиза! Пардоньте, крик души. Унять нервы и восстановить душевное спокойствие, чтобы продолжать борьбу, поможет физическая нагрузка. В моем случае лыжи и гантели. Будут деньги, велосипед еще куплю. А то старые родственники еще несколько лет назад поломали. Либо же какой-либо другой способ отвлечься от повседневных проблем. Например, рисование, пение, готовка, чтение и т.д.